Так, товары, видите, в дуром магазине третья часть. Тут зашли, тут еще больше выбор. Вот инструмент, гитара такая, ручной куклы, Барби. Все по доллару. Все по доллару. Русалочка такая красивая для девочек. Вот такой ангелочек. Лошадки красивенные. Еще такие вот куклы. Это русалочка. Конек с крыльями, пегас. Такие вот наборы кукол. Машинки для мальчиков пошли. Хорошие такие колеса, резина, джип. Такие вот два солдатика. И такие вот супермены. Набор солдатиков. Такой спецназа набор. Дети выбирают. Такие вот доллары. Марина, ну что, вот какие. О, Солта Диснея, да, то моя. Такой вот собачка, друг Микки Мауса. Такой вот рыцарь. Королева злая. Это не помню уже. Тоже все Солта Диснея персонажи. Мэри. Какая-то Мэри. Барабаны. Вот камни хорошие. Игра. Только дети могут проглотить их. Нежелательно. Такие вот зубки. Зубки для прикола. Такие вот. Можно одевать и пугать друзей. Тут пазлы. Пазлы собирать тоже. Разные картинки. Детям все интересно. Такие мячики для американского футбола. Регби. Маска. Ракетки. Шариком сачок для ловли бабочек. Бамбуковая палочка. Так, опять-таки паучки всякие, жучки, набор. Так, такие красивые проволочки, ленточки. Сгибают, надо сгибать фигурки разные. Тоже доллар. Какие-то мягкие штучки. Вот даже собирать деревянную машину, там настоящее дерево. Скворечник можно собрать на машину. Клей. Склеивать фигурки деревянные. Вот такие вот фигурки разные. Дельфинчики. Морские коньки. Мягкие очень. Шапочка
макабуя. Очевидно, комиксы. Ну, такой вот. Так что все по доллару можно набрать на 100 долларов, 100 разных подарков детям. Пусть они будут простые, но что детям еще надо? Поиграться побольше всяких игрушек, пилюли. Опять-таки цветные картинки, вырезанные персонажи вырезать, очевидно, или наклеечки. Такие вот. Король, лев, пазл собрать надо. Динозаврик. Тоже пазлы собирать. Вот так вот. Ну, в общем, магазин хороший. Простой. Ну, очень даже ничего. Выбор очень большой, очень громаднейший.